Девушки, всем здравствуйте! Вы на канале о вязании. Меня зовут Олеся. И сегодня я хочу показать, как я вяжу вот такие цветочки ромашки. Это было по запросу одной девушки, Лизы. Кстати, Лизочка, спасибо вам большое за идею. Такого как бы своего рода мастер-класса. Но я буду показывать, как делаю это я. Так. Нам понадобится два цвета пряжи. У меня будет желтая, то есть серединка, и будет белая для лепесточков. Я буду вязать из ниточек Alize Cotton Gold крючком номер 2. Вы можете взять любую другую ниточку. Она может быть тоже даже потолще, может быть потоньше. У каждого будет получаться разная форма цветочка. Вот. Cotton Gold у нас идет в 100 граммах 330 метров. Это 55 коттона и 45 акрила. Буду я вязать крючком номер 2. Если вы возьмете ниточку потоньше, соответственно, и крючок будет меньшего размера. Итак, давайте начнем. Для серединки мы возьмем желтый цвет, сделаем колечко, ну кто как делает, сделаем колечко и будем провязывать 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Провязали 10 воздушных и замыкаем в колечко, в самую первую петельку. Замкнули. У нас сейчас 2 петельки. Их мы замыкаем в одну. Так, замкнули. Эта ниточка, которая у нас остается от начала ряда, мы будем ввязывать вот так по кругу, будем ввязывать в серединку цветочка. Теперь мы делаем 2 воздушных петли. Раз, два. С этим соединительным, когда мы соединяли, оно получается как бы 3. И будем делать 29 столбиков с одним накидом вот в эту всю серединку. Вот так должно получиться. 29 столбиков с одним накидом. Делаем один накид и в кольцо провязываем один столбик с одним накидом. Вот у нас уже 2 столбика в колечке. Дальше делаем накид и снова провязываем. Раз, два, три. У нас уже 3 столбика. Снова накид. 1, 2, 3. Снова накид. 1, 2, 3. Каждый раз, вот мы по чуть-чуть будем провязывать этих столбиков, мы будем их чуточку подвигать переду, чтобы они все у нас тут поместились в это колечко. Вот. Снова 1, снова накид, провязываем столбик. Так, 2, 4, 6, 7, 8 столбик с одним накидом, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Вот. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28 и последний 29 столбик с одним накидом. Вот, видите, эта ниточка у нас вся замыкалась тоже в это колечко. Мы ее сейчас обрежем. А сейчас, когда мы провязали 29 столбиков с одним накидом, нам нужно их соединить. Вот в этот первый столбик, который мы делали из воздушных петель, мы замыкаем в колечко. Вот. У нас на крючке есть две петли. И нам нужно поменять цвет. Но что я хочу сказать. Когда мы будем пришивать цветочек к изделию, нам вот этой желтой ниточки от серединки нужно обрезать не столько, а побольше, чтобы мы могли красиво пришить цветочек. Потому что пришивать мы будем только за серединку. За лепесточки пришивать мы не будем. Вот. Так. И меняем цвет на белый. Эту ниточку мы сейчас обрежем, чтобы она нам не мешала. Потому что она уже и так вся в серединке. Так, и у нас будет такая чистая, красивая серединочка. Вот. И берем белый цвет и присоединяем. Через эти две петельки мы продеваем белый цвет. Вот, соединили. Этот кусочек тоже мы будем ввязывать вот в этот, в эту серединку. Чтобы оно хорошо держалось, чтобы нигде ничего не разлазилось. Вот будем соединять все вместе. И тут мы будем делать, вот как бы первое, это будет у нас то, что мы соединили. И дальше нам нужно набрать 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. С этим, что мы соединяли, оно получится у нас как бы 4. Вот. Дальше мы делаем 2 накида. 1, 2. И будем ввязывать в следующий, предыдущий, вот в эту следующую дырочку предыдущего столбика. Столбик с двумя накидами. Продели. 1, 2, 3. У нас на крючке 2 петли остается. Дальше также делаем 2 накида. 1, 2. И будем в ту же самую дырочку вкалывать. В ту же самую. 1, 2, 3. У нас уже 3 петельки остается на крючке. Снова 1 накид. 2 и в ту же самую. 1, 2, 3. У нас получается 4 петли на крючке. Мы их соединяем в одну петельку. Вот так. И теперь нам нужно будет эти 3 столбика закрыть как бы следующим образом. Мы делаем 4 петли
воздушных. Раз, два, три, четыре. Уже без накида, без ничего, мы вкалываем в следующую дырочку. Вот рядышком, что было там, где мы в 3 делали столбика. Теперь в следующую вкалываем и соединяем. Соединили. У нас получился один лепесточек. Вот. Дальше мы делаем 3 воздушных петли, потому что это соединение у нас идет за одну воздушную. Делаем 3. 1, 2, 3. Дальше вкалываем в следующую дырочку предыдущего столбика. Делаем 2 накида. Вкалываем. 1, 2, 3. Вот 2 петли. Как бы 2 столбика, 2 петельки остаются на крючке. Дальше снова 2 накида. Вкалываем туда же самое. 1, 2, 3. 3 петельки на крючке. Дальше 1, 2. В ту же самую. Вот. 1, 2, 3. У нас остается на крючке 4 петли. Мы их соединяем в одну. Соединили. И делаем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Теперь мы эти столбики закрываем просто без накида, без ничего, в следующую дырочку. Вкалываем, делаем соединение. Вот у нас получается 2 лепесточка. Для одного лепесточка нам нужно 3 дырочки. Вот одна пойдет для 3 воздушных петель, вторая пойдет для этих 3 столбиков с 2 накидами, и третья дырочка у нас пойдет как тоже для 4 воздушных петелек, чтобы соединить, чтобы закрыть эти лепесточки. Вот. Давайте еще раз провяжем. Я уже эту ниточку заберу, чтобы, может, получше было видно. Так, первая воздушная будет как соединительная у нас. И набираем 3. 1, 2, 3. Набрали. В следующую дырочку вкалываем. 2 накида делаем. В следующую. 1, 2, 3. 2 петельки на крючке. Снова 2 накида в ту же самую. 1, 2, 3. 3 петельки на крючке. В ту же самую. 1, 2. Раз, 2, 3. 4 петли должно быть на крючке. Мы их соединяем в одну петельку. Вот. Делаем 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И замыкаем следующую дырочку. Вот. Сомкнули. Видите? Вот. У нас уже есть 3 лепесточка. Если вы возьмете ниточку потоньше, можно здесь делать не 3 столбика с 2 накидами, можно даже сделать и 5. Тогда цветочек, то есть в одну дырочку, в одно соединение, то есть когда цветочек свяжется, он будет такой пышный, потому что эта нитка не есть такая очень тонкая. Вот. И я делала 3. Если взять потоньше, есть намного потоньше, еще раз так, то можно сделать в серединку, вот в одно соединение, как бы не 3 воздушные, не 3 столбика с накидами, а сделать 4, 5, можно и 6, кому как нравится. Тогда цветочек будет такой пышный, пышный смотреться. Давайте еще раз. 1, 2, 3.
То есть соединением у нас получается 4 воздушных петли. Делаем 2 накида. В следующую дырочку вкалываем. Раз, два, три. Снова 2 накида. Раз, два, три. Снова 2 накида в ту же самую. Раз, два, три. И 4 петли соединяем как одну. Вот. Делаем 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И соединяем в следующую дырочку. Вот. И так вяжем до конца. Вот. Вы это провязываете самостоятельно. Где-то тут, на последнем лепесточке, мы с вами встретимся. Вы провязываете. А у меня уже есть заготовочка. Вот. Целого цветочка. И тут я сейчас буду провязывать еще 2 лепесточка. Вот. Как бы на взгляд один, но тут будет 2 еще. Берем. Все так же самое, как вы и вязали. Одно соединение идет за одну петлю. Дальше набираем 3. 1, 2, 3. Делаем 2 накида. В следующую дырочку вкалываем. Раз, два, три. Опять в следующую вкалываем. Раз, два, три. Снова 2 накида в ту же самую. Видите? Раз, два, три. У нас на крючке 4 петли. Соединяем в одну. Делаем 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И в следующую дырочку вкалываем, делаем соединение. Вот. Теперь у нас остается последний лепесточек. То же самое. 1, 2, 3 воздушных. Вот. Видите, одна дырочка, вторая и третья. Все, больше нам не надо для одного лепесточка. Теперь в следующую мы вкалываем 2 накида, делаем столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. Дальше снова 2 накида. 1, 2, 3. Снова 2 накида. 1, 2, 3. На крючке 4 петли. Соединяем в одну. Делаем 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И в последнюю дырочку вкалываем. Делаем соединение. Вот. Все, у нас цветочек готов. Вот. Ту желтую ниточку от серединки мы оставили. Белую мы отрежем чуть-чуть. Так, вот эти кончики, которые у нас были, которые мы ввязывали все в цветочек, мы их отрезаем. Так, а вот этот кончик от белой ниточки мы продеваем через иголку. И заправляем его, прячем с обратной стороны, чтобы на лицевую у нас этого нигде не было видно. Вот. Мы заправляем. Ну, кто там как себе заправит. Даже если вы тут где-то заправите, но так только за поверхние вот эти петельки, тоже не будет его видно на лицевую сторону. Вот. Мы заправляем. Вкалываем. Вот. Хорошенько заправляем, чтобы потом нам нигде ничего не вылазило, а то вещи мы стираем. Кончики все должны быть хорошо запрятаны. Вот.
Ну, все. Оно там и останется. Так. Вот у нас получился вот такой красивый цветочек. Вот. Этой ниточкой мы будем пришивать к изделию. Вот видите, мои белые лепесточки, они такие как бы вот пушистые. Я их не пришивала. Я пришивала только желтую серединку. Той же ниточкой, если останется, можно и бусинку там ею пришить. Ну, посмотрите, сколько вы там отрежете этой серединки. Вот. Видите, белые лепесточки, они у меня вот так торчат. Попышнее, чтобы было видно. Вот. Я цветочки люблю отпаривать. Вот видите, этот отпарен, а этот нет. Но проглаживаю я только с обратной стороны. Если вы пропарите на лицевую сторону, у вас получится оно такое, ну, как бы так заглажено будет, не будет красиво видно. Поэтому я цветочек поворачиваю, ну, ставлю на полотенце, поворачиваю его. Вот эти лепесточки красиво пальчиками вот так выравниваем все лепесточки. Вот. И пропариваем только с обратной стороны. И когда вы его повернете, он будет у вас так. Кто-то любит очень сильно, кто-то не очень сильно. Но вот они должны быть такие пышные. Вот. Такой цветочек у нас, у вас должен получиться. Еще хотела вам показать. Мы набирали здесь как бы две воздушные. Извиняюсь, не воздушные, а два накида мы делали. Можно сделать и три накида. Тогда сам цветочек у нас получится побольше. Вот у меня тут есть еще одна заготовочка. Я вам просто покажу. Вот. Может, те, кто еще начинает вязать. Вот. Мы соединили. Так. И когда мы набирали тут три воздушных, а чтобы сделать нам лепесточек побольше, мы набираем сначала уже 4. Это соединительная пойдет за одну. Теперь будет вторая воздушная, третья воздушная, четвертая воздушная и как бы пятая. И тут мы будем делать 3 накида. 1, 2, 3. Вот. И так же само в следующую дырочку мы вкалываем. Но уже накид идет не 2, а 3 накида. 1, 2, 3. Видите? 4. Вот. На крючке у нас 2 петельки. Так же само. 1 накид, 2 накида, 3 накида. В ту же самую дырочку вкалываем. 1, 2, 3, 4. 3 петельки. Дальше. Опять 3 накида. В ту же самую. 1, 2, 3, 4. И у нас так же само остается 4 петли на крючке. Мы их соединяем. Но теперь мы будем набирать не 4 воздушных, а 5. Потому что если мы наберем 4, наши лепесточки будут вот так сидеть. Не будет красиво и не будет ровно. Поэтому нам нужно набрать 5. 1, 2, 3, 4, 5. И мы должны их закрыть. Вот в следующую дырочку. Вот. Соединяем. Все то же самое, просто если мы здесь делаем 2 накида, тогда мы тут набираем 4 воздушных. Если мы делаем 3 накида, тогда в следующем мы будем набирать 5 воздушных. Если мы делаем 4 накида, мы делаем 6 воздушных, чтобы закрыть. И вот так оно должно выравниваться. Сейчас еще раз покажу. Набираем. Вот это соединительное будет за одну петлю. Набираем еще 4. 1, 2, 3, 4.
Делаем 3 накида. 1, 2, 3. В следующую дырочку вкалываем. 1, 2, 3, 4. Опять 1, 2, 3 накида. В следующую. Пальчиками себе здесь придерживаете. В следующую. 1, 2, 3, 4. 3 петельки. Опять 3 накида. В ту же самую. 1, 2, 3, 4. Вот у нас 4 петли. Мы соединяем в одну и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И закрываем в следующую дырочку. Вот. 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 Они получаются уже побольше, подлиннее. Вот видите, какая разница? Вот. Можно набирать 4 накида, 5 накидов, 6. И, соответственно, вот эти воздушные 2, вот эти 2 столбика, мы делаем на одну больше воздушную петлю. Вот. Можно набирать тоже 3 столбика, 4, 5, если ниточка потоньше. Вот такие цветочки должны получиться у вас. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Я надеюсь, что будет все понятно. Девочки, пишите в комментариях, кто как понял, кому понравилось, кому не понравилось, пишите тоже. За замечания также буду благодарна, потому что я только учусь и хочу для вас стараться. Вот. Всем спасибо, до новых видео. Пока!